содержащая жидкость, изъятая 5 марта сотрудниками ГИБДД в количестве 205 литров. 20 10-литровых канистр плюс 5-литровая бутылка ПЭТ, которая была на экспертизе. Экспертиза подтвердила, что это спиртосодержащая жидкость. Две бутылки ПЭТ, приобретенные в рамках УРН проверочная закупка. Бутылка после экспертизы, которая подтвердила, что спиртосодержащая жидкость. На основании вот этих двух бутылок было возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела был проведен обыск. В рамках обыска было подтверждено, да, изъято две бочки 100 литров, в которых имеется спиртосодержащая жидкость. Пустые канистры из-под спирта, которые разводили водой, чтобы спиртосодержащую жидкость сделать. И 5-литровые бутылки, которые разливали вот эту спиртосодержащую жидкость для реализации.